Набор вот это входит? Да? Набор песочница, полкило песка и формочки. Песок с полимером. Набиваем формочки. Получается необыкновенно просто. Это для ландшафтных дизайнеров, для архитекторов, для каких-то макетов. Все стоит жестко. Сделать можно макет вот буквально на глазах у заказчика. Абсолютно сухой песок на ощупь, ну, с каким-то полимером. Вот стенка пошла опорная, допустим, если надо поставить. Вообще гениальное решение. Автор произведения. К сожалению, автор не я. Французы придумали. Французы, да? Да, да. Это, оказывается, французское изобретение. Ну, вообще очень интересное, на самом деле, решение. Особенно для проектировщиков. Вот в таких вот баночках продаются песочек разного цвета. Выглядит все это вот так. А у вас есть визитка? Спасибо. Вот такие башенки. Тут мы наделали только что, и стоят, они рассыпаются. А вот визиточка.